Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Вильму, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готова, это доверит. Отлично. Я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Вильмы под ногами. 2, 3. Сканер сканирует систему тонких тел Вильмы. Находит все. Знаешь, я тонкая копия себе свизуализировала гравитационные ботинки, как у нас. Да ты что? Да. Ну, понравились наши ботинки, Вильма? Она говорит, раз у вас есть, значит, мне тоже здесь нужны они. Ну, хорошо, отлично. Нам говорили, это душа, которая учится быстро. Хорошо. Ходите. Ну, чистая. Замечательно. Давай заправим ее энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибрации? 320 и 25. Значит, 3 макушку головы Вильмы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Как вы себя чувствуете, Вильма? Она говорит, как же круто и спокойно находиться здесь у вас. Эти энергии, они совсем по-другому, чем на Земле. Да, в матрице совсем по-другому все это ощущается. Какое-то ощущение полного счастья. Ну, тут еще энергии присутствуют, которые идут с этого уровня. Здесь присутствует энергия Арго, это энергия архангелов. Поэтому ваша душа так себя прекрасно здесь чувствует. Здесь очень чистая энергия. Она говорит, что я чувствую, что мой дом где-то рядом. Замечательно. У вас 10 вопросов. Мы сейчас будем приглашать вашего куратора. И после этого поднимемся вместе с Атласом на уровень вашего высшего Я. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Вильмы Атласа. Учителя. Учителя, прошу прощения. Приветствую вас. Приветствую вас, уважаемый Атлас. Рад видеть. Рад встрече. Мы очень рады видеть вас, приветствовать в нашей комнате диагностики. Вильма изъявила желание встретиться со своим высшим Я, задать 10 вопросов своему высшему Я. Будете ли вы так любезны, уважаемый Атлас, сопроводить нас в этой поездке? Я лишь хочу сделать комплимент Вильме. Она прекрасная ученица. Я благодарю, что вы пригласили меня на встречу с высшим Я. С удовольствием поднимусь вместе с вами. И, Верочка, бери Вильму. И ты, я и учитель Атлас на счет 3 поднимаемся на уровень высшего Я Вильмы. 9 уровень. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Все чисто? Да, 9 уровень. 9 уровень. Отлично. И я прошу высшее Я Вильмы выйти к нам. Мы хотели бы задать 10 вопросов. Это сгусток энергии. Он преобразует сейчас какую-то форму. Эта женщина очень похожая на Вильму. Замечательно. Мы приветствуем высшее Я Вильмы. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит учитель Вильмы Атлас. Мы приветствуем вас. Мы привезли вашу частичку, которая хотела бы вам, уважаемая высшее Я Вильмы, задать 10 вопросов. Будьте вы любезны представиться, как нам обращаться к вам. Я приветствую здесь на 9 уровне свою частичку. Очень рада ее видеть. Я скучаю иногда и наблюдаю
за тобой отсюда сверху. И приветствую учителя Атласа за то, что он принимает участие в моем образовании. Я благодарю его. И приветствую вас за то, что вы смогли устроить эту встречу. Мы межгалактические души, новые относительно всей галактики и цивилизаций. Мы быстро учимся, но мы очень скучаем по своим частичкам. Будьте ли вы так любезны представиться, как нам к вам обращаться? Морга. Замечательное да, имя. Да, зовите меня Морга. Благодарю вас, уважаемая Морга. Вы позволите начинать? Конечно, я думала, мы уже начали. Мы уже начали. Я начинаю с приветствия. Благодарю Влада и Веру за помощь. Благодарю моего учителя Атласа и мое высшее Я за встречу со мной и выражаю свою искреннюю любовь. Эта встреча очень важна для моего духовного развития. От своего учителя Атласа я узнала, что я межгалактическая душа, родившаяся на межгалактической станции. Моя генетическая память здесь, на Земле, заблокирована. Поэтому хочется узнать немного больше о себе, а может быть и вспомнить о себе и своем родном доме. Это было вступление. Я начинаю с первого вопроса. Первый вопрос. Можно ли узнать, как выглядит мой родной мир, в каком измерении находится, какая жизнь там и в каком направлении области развиваются души там? Какой прекрасный вопрос. Я благодарю тебя за интерес к твоему родному дому. Межгалактическая станция — это огромная постройка, которая выглядит как обычная станция в нашем понимании. Но для землян это, наверное, необычный объект. Это извилистые помещения, которые в своем объеме делают что-то шарообразное, если смотреть со стороны. Я лишь хочу добавить, что станция постоянно пристраивается, достраивается, новые помещения увеличивают наш дом. А души здесь занимаются развитием. Мы очень близки друг с другом и очень скучаем, когда расстаемся со своими частичками. Чем мы занимаемся, это саморазвитием. Так как мы молодые души, но очень прогрессивны в технологиях, мы развиваемся очень быстро, как вы говорите, схватываем на лету. Повтори, пожалуйста, вопрос. Что еще вы хотели бы услышать? Я повторю вопрос, можно ли узнать, как выглядит мой родной мир, в каком измерении он находится? В пятом измерении. Какая там жизнь и в каком направлении области развития душ, области развиваются души там? Я лишь хочу добавить, здесь нет зла. Мы все помогаем друг другу, телепатически чувствуем друг друга. И еще у нас есть настроение. Это то, что вы называете чувством на Земле. Вот это я удивлен. Вот это вы меня удивили. Мы чувствуем настроение друг друга и всегда пытаемся помочь. Вы на ментальном уровне все связаны с друг с другом, я так полагаю. Совершенно верно. В основном у нас позитивный настрой, но иногда частички очень скучают. Конечно. И нам приходится поддерживать друг друга позитивным настроем. У вас очень добрые души, если так можно заметить, с позиции Земли. Сенсибилизированные, я не знаю, как это на русском сказать, более чуткие. Мы заметили, как ваша копия... Именно так мы были настроены с самого рождения. Да, замечательно. Нам говорили, что несмотря на то, что в кавычках, я скажу, условно, молодые души, все-таки это не совсем молодые души в понимании, может быть, человечества, но в понимании глобальном. Вот. Но мы знаем, что гибридные души, межгалактические души очень быстро развиваются и имеют то, что, в принципе, и старые души имеют, и то, что новые души имеют. Это какая-то смесь из наиболее, ну, самый вкусный... Это смесь технического прогресса. И чувств. А как вы выглядите? Позитивных. Вы выглядите как люди или у вас есть какие-то свои формы, как энергии? Как энергии. Но мы можем сформировать любую форму. Как сейчас мы увидели, я поэтому и переспросил. Это не праздное любопытство было, уважаемая Морга.
Если мы здесь закончили, вы позволите переходить ко второму вопросу? Или вы хотели добавить что-то? Я хочу добавить и описать, что мы выглядим, как вы себе представляете космос. Темное пространство, наполненное звездами. Каждое тонкое тело имеет свой цвет. Выглядит межгалактическая душа. Свой собственный цвет, вы хотели сказать? Каждое тонкое тело имеет свой цвет. Каждое тонкое тело. Понятно. Благодарю вас. Это очень то, интересно. Что вы называете чакра. Эти цвета вам знакомы. У вас тоже 7? Да, мы созданы по образу и подобию. Замечательно. А как представить себе? Я думаю, это в интересах Вильмы. По размерам эту станцию, она меньше Земли, больше Земли. Вот в каких объемах можно нам здесь, на Земле, себе это представить? Насколько большая эта конструкция? Она меньше Земли, но она постоянно перестраивается. Как вы и сказали, постоянно достраивается. Я благодарю вас за этот ответ, уважаемая Морга. Можем продолжать? Да. Второй вопрос. Я учусь визуализировать свой стержень с моими родными энергиями. Иногда я чувствую эту энергию не только в стержне, но и во всем теле до кончиков пальцев, как бурлящую воду, от которой иногда даже кружится голова. Мой учитель Атлас сказал, что я могу расширять и развивать свой стержень. Как мне получается управлять своей энергией и каким образом я могу расширять и развивать свой стержень? Это не ее родной язык. Я попробую переформулировать последнее предложение. Как ей научиться управлять своими энергиями и каким образом я могу расширять и развивать свой внутренний стержень? Первое, что нужно, это настроиться на позитивный лад. Второе, это свизуализировать свой стержень из энергии, как я уже сказала. Как вы видите космос в черном цвете со звездами внутри? Звезды — это энергии, те энергии, которыми наполнены чакры, те энергии, которыми ты закачиваешь в свое тело и поднимаешь вибрации. Именно так состоит свой стержень и выглядит. Ты можешь уплотнять его, когда ты чувствуешь, что он бурлит. Это значит, ты не начала правильного настроя. А самое главное — это начать с позитивного настроя и потом уже визуализировать. Посмотри на небо, улыбнись, потому что я улыбаюсь тебе сверху. Мы не будем забывать, что мы говорим о вас, уважаемая Морга. Именно так. И сбалансируй, сконцентрируй свой стержень внутри себя, с нижней чакры кверху, по направлению кверху. Этот стержень очень гибкий, доверчивый, живой, и им легко управлять, если ты делаешь это на позитиве. Поэтому твое физическое тело принимает огромную роль в развитии и работе над собой и своей энергией и межгалактической души. Бурлящей энергией ты можешь заменять на свечение, которое выходит за пределы твоего физического тела, и укреплять это свечение, тогда оно будет защитой, плотной и непробиваемой. Теперь я закончила. Благодарю вас за этот исчерпывающий ответ. Я могу переходить, с вашего позволения, к третьему вопросу? Пожалуйста. Чем и какими качествами особенно моя родная межгалактическая энергия? Очень интересный вопрос. Качествами быстрого обучения. Энергии застаиваются, если они не развиваются, или же твое эмоциональное состояние уходит в негатив. Если ты позитивно мыслишь, ты постоянно получаешь информацию. Это как наэлектролизованный канал, который соединяет тебя с межгалактической станцией. И ты постоянно получаешь информацию или знаки вокруг себя. Очень легко управлять этими энергиями. Они обучаемые. Благодарю вас, уважаемая Морга. Очень интересные ответы ваши. Позволите переходить дальше? Или вы еще хотели? Хорошо, четвертый вопрос. Во время сеанса чистки с Владом и Верой я узнала о
об особенностях моих тел, физического и тонких тел, что они должны развиваться вместе, не отставая друг от друга. Узнала, что в моем случае невозможно развивать только тонкие тела. Мой учитель Атлас тоже несколько раз акцентировал свое внимание, что для меня очень важно развивать физическое тело. Почему для меня так важно развивать физическое тело? Отличается ли чем-то построение тел других душ в биороботах? За свои 40 лет этого воплощения я пережила несколько ситуаций, которые потрясли мою душу и перевернули мою жизнь. Эти ситуации, хоть и болезненные, я принимаю как важный опыт души. Но я хотела бы задать несколько вопросов о некоторых из них. И вот сейчас она хочет переходить только к вопросам. Я не знаю, это здесь, по-моему, нечего отвечать. Можно я тогда... Я лишь отвечу. Пожалуйста. О гибкости физического тела и гибкости души. Чем гибче физическое тело, тем проще тебе представлять гибкость и работу твоей души. Поэтому особенность физического и тонких тел развивается быстрее и в гармонии, если физическое тело принимает участие. Благодарю. Сейчас я чему-то научился, уважаемая Морга. Благодарю вас за эту информацию, очень ценная информация. Не только для вашей подопечной Вильмы, но и вообще для всех душ. Очень важно знать о взаимодействии биоробота и тонких тел. Я перехожу к следующему вопросу. Пятый. Итак, я считаю конец четвертого вопроса. Эти ситуации, хоть и болезненные, я принимаю как важный опыт моей души. Но я хотела бы задать несколько вопросов о некоторых из них. Итак, пятый вопрос. Мой старший брат неожиданно ушел из воплощения, когда мне было 13 лет. Наша связь с ним была очень крепкой, и даже после его смерти я все равно еще чувствую эту связь. После похорон брата в тот же день я почувствовала сильное давление на мое сознание. Думала, что схожу с ума. И с этого дня мое сознание будто трансформировалось. Можно ли узнать, что случилось тогда со мной и что случилось с душой брата после смерти? Является ли он моей родственной душой? Если возможно, я хотела бы передать ему, что я дорожу воспоминаниями и вместе пройденным опытом и посылаю ему свою энергию, искреннюю, безусловную любовь. Очень много информации. Начни с первого вопроса. Давайте я по частям начну. Да. Итак, мой старший брат, мы просили задавать короткие вопросы, но вот получилось так, простите. Мой старший брат неожиданно ушел из воплощения. Когда мне было 13 лет, наша связь была крепкой, и даже после его смерти я все еще чувствую эту связь. После похорон брата в тот же день я почувствовала сильное давление на мое сознание и думала, что я схожу с ума. И с этого дня мое сознание будто трансформировалось. Трагический да. момент открыл твою верхнюю чакру. Встряска. Это и есть связь физического тела и тонких тел. Получив удар, это был негативный опыт, но это был удар открытия, изучения чего-то нового, которое привело к трансформации твоих чакр и запуску определенных энергий и твоего родного стержня. Пошлите дальше. Благодарю вас, уважаемая Морган. Все логично, все понятно. Итак, можно ли узнать, что случилось тогда со мной и что случилось с душой брата после смерти? Является ли он моей родственной душой? Душа твоего брата после смерти проходила определенный этап, как и проходят все души после смерти. Осознание и перехода и так до своего высшего Я, пока он не осознал смысл всех твоих поступок и не соединился со своим высшим Я. Осознание, анализ, переход. А на каком уровне он сейчас находится, если можно поинтересоваться, для Вильмы? Как у него дела? Может, два слова добавить, если вам известно? Мы просто видим, этот вопрос для нее очень важен. Находится на 12 уровне, но я не вправе разглашать. Я понимаю. Я прошу прощения. Истории души. Я понимаю. Хорошо. У него все в порядке. Вот это она хотела услышать. Он двигается дальше по своим изучениям и развитиям. А он связан с ней как-то сейчас? Есть какие-то каналы? Нет, он идет дальше.
Отлично. Все. Это я специально спросил для Вильмы, чтобы она просто не фиксировала себя на мысли на этой. Хорошо. Я перехожу к следующим вопросам. Шестой вопрос. Почти 16 лет назад я с отцом моих детей попала в автоаварию. Перед тем, как я потеряла сознание и видела кадры, как в фильме с событиями моей жизни с детства, я пришла в сознание и не ориентировалась во времени и пространстве. И меня не покидало ощущение, что я нахожусь в какой-то другой реальности, в другой линии жизни. Можно ли узнать, что это было? Было ли это событие предусмотрено в программе моего воплощения? Или это был какой-то незапланированный удар, толчок к моему развитию? Секунду, мне пришла информация по поводу предыдущего вопроса. Пожалуйста. Твой брат был твоим учителем. У него более развитая душа. Тебе он был послан для развития именно твоей души. Интерес и знания, которые он принес с тобой, привели тебя на правильное развитие и правильный интерес. Я имею в виду интерес к космосу и все, что с ним связано. Вы часто смотрели в небо, и этот толчок, который он дал тебе, привел тебя к правильному вопросу изучения, то есть интересу. Простите, что я перепрыгнула. Я благодарю вас за это дополнение, уважаемая Морга. Это очень важно, это для нее важно. Для ее... Она как раз этих слова и хотела услышать. Я да, пожалуйста. Могу продолжать, отвечая на следующий вопрос. По поводу времени. Вы представляете, что время линейно, но время циклично. Настоящее, прошедшее и будущее происходит в одно время. Тебя выкинуло из твоего линейного времени. Поэтому ты ощущала себя, как ты описала это непонятно, где и в каком пространстве. Есть определенные силы, которые возвращают такие души туда, откуда они начали, что и было сделано с тобой. Тебя вернули в твое линейное время на момент после аварии. А причина этой аварии можно как-то ей объяснить? Это была программа, не стоит ей там выдумывать ничего такого. Злой умысел, например. Это всегда можно смотреть по окончании ситуации. Все физические тела остались целыми и продолжают свое пребывание на Земле и развитие. Я лишь хочу добавить, что когда вы представляете себе что-то плохое, например, авария, которая случилась, вы не понимаете, что много было проделано для того, чтобы жизнь продолжалась и не было более негативного опыта по потере физического тела. Буквально пару минут назад вы говорили об этом шоковой встряске. На мой взгляд, это не что иное, как то же самое. Тоже именно такая... так. Я понимаю вас, уважаемая Морга. Можем дальше идти или вы хотели еще на этом моменте остановиться? Я пытаюсь сказать между строк, но, видимо, мне надо будет объяснить это более подробно. Дело в том, что в жизни должны случаться негативные моменты, на которых вы учите ценить и дорожить. Именно это и случается. Если вы видите, что, как я уже сказала, по окончании все физические тела живы, значит, вы можете почерпнуть позитив из случившегося и не принимать это как негативное действие только. Именно в этом связь твоего физического тела и тонких тел, искать позитив даже в таких негативных ситуациях. Благодарю. Седьмой вопрос. Какая связь между мной и моим нынешним мужем? Воплощались ли мы с ним в других воплощениях? И если да, кем мы являемся друг другу? Нет, не воплощались. Это ваше первое воплощение вместе. Восьмой вопрос. Пару лет назад, после одного видения, я заинтересовалась камнями и минералами. Я чувствую их разные вибрации, они живые. И однажды пришла мне идея сделать из них что-то красивое, что радовало бы души других людей и, может быть, помогало бы им своими вибрациями. Людям нравятся мои творения, в которые я вкладываю частичку своего сердца. Тайно мечтала о хобби, которое не только радовало бы мою душу и души других людей, но и благодаря которому я смогла бы жить
выжить на этой земле? Помогает ли творческая деятельность развивать мою душу или больше сосредоточиться на других областях? Несомненно, помогает. Но дело не только в этом. Это прекрасное занятие и очень глубокомысленное. Я объясню почему. Каждый минерал и камень имеет долгую историю своей жизни, записанную в его поверхности. Он несет в себе много информации о том, что он видел. Некоторые из этих минералов и камней старше тебя. Поэтому, прикасаясь к ним, ты, не понимая того, получаешь определенную информацию и вибрации. Соединяя ее с частичкой своей души, ты оживляешь эти камни, переводя их на новый уровень и беря для себя какую-то информацию. Таким образом происходит общение на уровне вибраций. Я перехожу к следующему вопросу. Девятый вопрос. Я прохожу опыт в дуальном мире. Земля удивительна своей бесконечно красивой природой, разнообразием ощущений. Все это вдохновляет, но с другой стороны, моей душе здесь нелегко сталкиваться с принуждением, применением сил против моей воли, манипуляциями, страхами, но в то же время я осознаю, что это воспитывает и учит мою душу постоять за себя, сказать «нет», когда необходимо проработать страхи. Я лишь хочу добавить, что в таких ситуациях нужно не забывать про свой внутренний стержень, помнить, что он гибкий и готов в любой момент дать отпор. Научись балансировать им, и тебе будет намного проще проходить такие моменты. Потому что ты будешь знать, что внутри тебя всегда есть стержень, готовый заступиться и защитить тебя. А также этим стержнем ты связана с станцией, со мной и с другими межгалактическими душами. Если стержень находится в позитиве, в защите и не подпускает к себе негативные мысли и расстройства, тогда и болезни не подойдут близко. Им не будет там места. Им не будет хватать вибраций. Болезни и негативные сгустки нужно выдавливать из себя своей силой воли и намерением и уничтожать. В случае межгалактической души и физического тела здесь должна быть гармония и, как я уже сказала, не допускать до себя негатив. Для этого внутри есть прекрасный стержень, о котором нужно всегда помнить и чувствовать его, потому что именно он дает тебе баланс и силу, силу понимания того, что ни одна болезнь к тебе не подступит именно из-за вибраций, позитива и особенности твоей души. Какой замечательный ответ. Какой совет мое высшее я дало бы своей частичке? Очень интересный вопрос. Но, по-моему, я уже надавала очень много советов. Да. Про позитив и негатив. Про связь межгалактической станции. Про гибкость стержня. И знание того, что я смотрю на тебя, и ты под защитой. Мой совет лишь развивайся, не стой на месте. Ну и не спешить тоже не нужно. Нужно анализировать информацию, понимать знаки, которые вокруг тебя, и идти дальше путем развития. Моргана может теоретически связаться с вами, если она захочет? Может. Отлично. И у меня остались последние заключительные слова. Мое дорогое высшее я, мой дорогой учитель Атлас, я благодарю вас всех и за эти ответы, за наше знакомство и эту встречу. Я, как твоя частичка, мое дорогое высшее я, буду стремиться к духовному развитию, познанию мироздания, истины и надеюсь, что это продвинет нас на ступеньку выше. Моя искренняя благодарность и любовь. До встречи. Благодарю за эти прекрасные слова. Уважаемая Морга, мы закончили. Все вопросы отвечены. У нас есть очень добрая традиция. Когда мы встречаемся с каждым высшим я, или когда мы приглашаем куратора или учителя в нашу комнату диагностики,
Мы всегда делаем один определенный подарок. И я думаю, вся галактика уже знает об этих подарках. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами, которые есть на Земле, самые сочные ягоды. И мы хотели бы уважаемая высшая Я, Моргу, спросить, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту великолепную встречу, за ее ответы, за ее помощь, свои частички. Это великолепный подарок. Я лишь хочу поблагодарить и показать, как вибрируют мои тела, наполняясь благодарностью от моей частицы и от вас, от этой встречи и от позитивных эмоций, которые я ощущаю прямо сейчас. Благодарю вас и дарю вам свою любовь. Мы принимаем вашу любовь. Искренне благодарим вас за ваши вибрации, за эту великолепную встречу. Будем на этом месте. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Может быть, мы еще когда-то встретимся. Или Вильма уже сама найдет дорогу к вам. Желаем вам высоких вибраций, чистых энергий. И мы на этом месте будем прощаться. И рассинхронизируйся, Верочка. 1, 2, 3. Отключаемся от этого места, посылаем нашу энергию любви и благодарности этому месту. И на счет 3 вместе с учителем Атласом, Вильмой, Верой и мной возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Отлично. Уважаемый учитель Атлас, как вам наша встреча? По-моему, великолепная встреча и замечательные вопросы, которые задала Вильма своему высшему Я. Мне очень понравились ее ответы. Глубокие вопросы я только могу подтвердить. Она очень хорошо. Это не ее родной язык, и тем не менее она смогла так свои мысли красиво сконцентрировать, что все было понятно. Очень интересная была дискуссия. Уважаемый Атлас, вы знаете нашу традицию. Верочка. Большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами для учителя Атласа. На добрые воспоминания, знак благодарности за его помощь, за его визит. Благодарю вас за этот подарок. Это уже второй раз, когда я получаю такую корзину. Вы хотите что-то другое? Мне очень важно ваше внимание. Благодарю. Нам очень приятно с вами общаться, уважаемый Атлас. От вас исходят и от Высшего Я такие энергии. Я их чувствую здесь на Земле. И мне эта энергия очень близка. Благодарю вас за ваш визит. Благодарю за эту прекрасную встречу. Я не говорю прощайте традиционно. Я говорю до скорых встреч. Всего вам наилучшего. Чистых энергий, высоких вибраций. И до скорых встреч. Благодарю вас за это прекрасное время. Благодарим. До свидания. Всего доброго. До свидания. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Фух, мне жарко стало. Вильма, как вам ваша встреча с вашим высшим Я, с вашим учителем? Сегодня мы со всеми познакомились. Великолепно. Нет слов. У меня столько вибраций вокруг меня окружает. Я их чувствую, как они играют прекрасным светом моего родного дома. Давайте передадим все это на физический план и будем возвращать вас назад, ваш пиар-робот, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Вильмы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.